Будь то кадр, снятый без монтажа, монолог или любой другой формат, вступительная сцена должна быть максимально проработанной. Именно она удерживает зрителя у экрана до самого конца. Вступительные сцены, собранные в этом ролике, исполнены в разных жанрах, сняты в разное время и по разным технологиям, но все они шедевральны. «Крестный отец». Фильм начинается с монолога, что в принципе встречается довольно часто, но у «Крестного отца» это вышло лучше всех. I believe in America. America has made my fortune. С первых слов эта сцена затягивает зрителей в историю об эмигрантах, но в ней нет хэппи-энда. Американская система подвела Бонасеру. Человек, избивший его дочь до полусмерти, вышел сухим из воды. Единственная надежда Бонасеры – это Дон Корлеоне, которого играет бесподобный Марлон Брандо. По завершению этой сцены мы понимаем, что Корлеоне – влиятельный криминальный авторитет, но при этом он помогает людям, которые ищут справедливости. После этой сцены вы не посмеете переключить канал. На игле. Первые ноты песни Игги Попа «Last for Life» всегда будут ассоциироваться со вступительной сценой к этому фильму Дэнни Бойла. Она сделана в стиле трех дублей. Первый – Рентон, исполненный Эваном Макгрегором, и больной, сыгранный Джонни Ли Миллером, бегут по улице за грабителем. Второй – они ширяются героином в какой-то квартире. И третий – играют в футбол. Все остальные персонажи представлены по ходу сцены, пока Макгрегор читает монолог про выбор стиля жизни. Точнее, про выбор героина вместо жизни. И это погружает вас в атмосферу сложной и раздражающей черной комедии про ужасы зависимости. Хэллоуин. Классика Джона Карпентера 1978 года дала старт целому жанру, который захлестнул страну в 80-х. И фильм начинается жутко. Первый кадр снят от лица убийцы, который следит за какими-то подростками, а потом преследует их и убивает одного в спальне. Весь этот кошмар мы видим глазами убийцы, который носит маску с двумя узкими отверстиями для глаз. Но все бы ничего, да только мурашки стынут, когда мы видим лицо убийцы. Хотите спойлер? Вы только что стали свидетелем убийцы, совершенного 6-летним пацаном. Это начало истории про серийного убийцу Майкла Майерса, который убивал своих жертв последующие 40 лет. Окно во двор. Мастер интриг Альфред Хичкок уж точно знает, как снять правильную сцену. Начало его фильма показывает нам мир глазами героя, который чем-то напоминает подглядывающего. Диалогов нет в этой сцене, но мы точно знаем, что происходит. Вспотевший фотограф со сломанной ногой и стена, увешанная фотографиями, снятыми в движении. Он застрял в своей квартире, но жаждет приключений. А все, что он сейчас может делать, это подглядывать за соседями. Точнее, по сути, за одной конкретной соседкой, если вы понимаете, о чем я. Под кайфом и в смятении. Первые кадры этого фильма Ричарда Линклейтера забрасывают нас прямиком в 76-е. GTO Pontiac 70-го года кружит по стоянке под Aerosmith Sweet Emotion. В этой сцене нас знакомят с большинством персонажей фильма. Они находятся в школе, но практически никто не уделяет внимания урокам. Все становится на свои места, когда в кадре появляется дата. Это последний день занятий перед летними каникулами. И неважно, сколько лет прошло с момента съемок, под кайфом и в смятении погрузит вас в ту атмосферу за 3 минуты. «Звездные войны. Новая надежда». Да-да, все мы знаем, как начинается этот фильм. Но представьте себя 40 лет назад, в 77-м году, смотрящими это в первый раз. Никто и никогда до той поры не видел такого потрясного стиля. Драматический текст, чужая планета, погоня на огромных скоростях в открытом космосе, два корабля, пуляющие лазерами, да и не только новые спецэффекты потрясли умы. Размеры этих кораблей по отношению друг к другу просто поражали. Всем без сомнения понравился фильм еще до появления в нем прикольных дроидов и суперважной принцессы на борту космического корабля. Лихорадка субботнего вечера. Вы только посмотрите на Джона Траволту и его образ диско. Он гроза всех женщин. Ему некогда болтать, но есть время зайти в магазинчик, купить пиццу и цепануть девчонку по пути в магазин красок, где его ожидает беспокойный клиент. Нам достаточно нескольких минут для того, чтобы понять типаж персонажа. Он хочет получить удовольствие от каждой минуты и разнообразить свою жизнь обычного менеджера. Весь фильм, собственно, об этом. Суета и движение. Давайте сразу к сути. See, man ain't like a dog. Это первые строки эпичного монолога Терренса Ховарда, которому есть что сказать о тяжбе совести в сознании людей. Но нас ждет интересный поворот. После этого экскурса в психологию оказывается, что говорил он с проституткой, а сам он ее сутенер, цель которого объяснить даме, почему ей надо спать с мужиками за деньги. Этот поворот меняет все представление о сцене. Потрясающий способ заинтриговать зрителя. Темный рыцарь.
Вступительные кадры от Кристофера Нолана в самом популярном фильме про Бэтмена – это, по сути, мини-фильм. Пятиминутная сцена ограбления банка с налетчиками в клоунских масках. После того, как само по себе ограбление завершено, один из анонимов кончает сразу со всей командой. И это потрясающе презентует нам главного злодея. So why do they call him a Joker? I heard he wears makeup. Makeup? Yeah, to scare people. You know, war paint. Каждый, завершивший свою работу, получает пулю, и в итоге остается только один. Тот, кто все спланировал. А когда он снимает маску, мы впервые видим Джокера в исполнении Хита Леджера. Первые 5 минут прошли, а вы уже посмотрели офигенный короткий метр, в котором есть и интрига, и неожиданный финал, и первый взгляд на главного злодея. Вот так надо начинать фильмы. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал и посмотрите еще видео, которые, мы уверены, вам понравятся.